Письмо Борису Пастернаку. Заходи ко мне за просто так, а придешь, а окна под оконцем. Мы с тобой, товарищ Пастернак, посидим, как Маяковский с солнцем. Будем чай гонять, есть лепешки, чай хороший, дали под процент. Хочешь? Дрессированное окошко даст бесплатный разовый концерт. В ночь, когда бывает одиноко, томик твой читает мне ночник. Слышу я ракочущий, далекий, серебра чистейшего родник. Научи нас говорить по-русски. Русским русский стал, как сопромат. Здесь у нас английский для нагрузки. Вместо афоризмов русский мат. Нас тут господами называют. За работу денег не дают. А учить зарплату начинают. Гимн Союза больше не поют. Отчего мутится белый свет? Сосны сохнут. По каким законам? И земля летит на красный свет с ужасом и колокольным звоном. Ну, пока, уж на исходе день. А ко мне ты то иди дорожкой, где твоя любимая сирень, возле дома, справа от окошка.